Компания «Энергосфера» представляет трансформатор ZNOL-35-3. Это однофазный литозаземляемый трансформатор напряжения. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации. Устанавливается в открытых распределительных устройствах на номинальное напряжение 35 кВт. Технические характеристики трансформатора ZNOL-35-3. Номинальное напряжение первичной обмотки 35 тысяч делить на корень из 3 вольт. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки 100 делить на корень из 3 вольт. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки 100 делить на 3 вольта. Номинальная мощность трансформатора 60 вольт ампер. Максимальная мощность трансформатора 600 вольт ампер. Масса 87 кг. Трансформатор состоит из литого блока. Содержит магнитопровод, первичную и вторичные обмотки. Обмотки располагаются на магнитопроводе концентрически. Компаунд обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и атмосферного воздействия. В основании трансформатора имеется 4 отверстия для крепления на месте установки. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.